Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня вы уже смотрите отчет СПМ «Больше, чем просто большая» за октябрь 2019 года. Я поздравляю всех девчонок с этим прекрасным отчетом. Спасибо всем, кто уделил внимание вышивке в этом месяце. Также хочу поблагодарить нашу вышивальную фею, которая в очередной раз, за что ей большое спасибо, предоставила нам приз. А сейчас у нас будет выступать Дана. Всем большой-большой привет, меня зовут Дана, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я делаю свой отчет для СП «Больше, чем просто большая». И это отчет за октябрь месяц 2019 года. К сожалению, в этом месяце отчет будет маленький, потому что я снимала поначалу видео на мой телефон, и как вы все знаете уже, кто является моим подписчиком, это произошло с моим телефоном, скажем так, небольшой инцидент, который меня очень разочаровал, так как в нем осталось слишком много видео, которых я отсняла для СП «Больше, чем просто большая», и, к сожалению, их мне уже не вернуть. Это я, наверное, не то даже посчитала. Так, 4, 5, 6. Нет, все правильно. Листа и один маленький, соответственно, в седьмом ряду тоже маленькие отрывочки. Прошу прощения за то, что в небольшом отрывке, но они будут хорошо использоваться. Хотя, но она купила от совсем другого производителя, там она купила тоже ниточки SHS, но оттенки совсем разные, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ее вышитыми крестиками, за ее продажей. Как это ни странно, Дана в этом месяце является скоростной вышивальщицей, у нее 676 крестиков, но я думаю, что это не важно. Она летит на всех парусах к финишу. Я ее поздравляю. Сейчас смотрим Алину. Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Алина. Сегодня 3 октября, и я хочу снять отчет для СП «Больше, чем просто большая» за сентябрь месяц. За август месяц у меня отчета не было, я там вышила немного, и конец августа, начало сентября уже. Сейчас я работаю вот над этим участком картины, и давайте покажу, что у меня получилось. Голова, рука, тут часть туловища виднеется. Сначала я думала, когда вышивала, то есть вообще этого было не видно. Только когда уже делала фото с хорошим, ну или к осени получается. Я завершу полностью вот эти листы и перейду на новых персонажей. Здесь у меня уже немножко вышит низ. У Алины Кнор. Отчет был за прошлый месяц, в этом месяце она еще не снимала, а может быть и снимала, но я не нашла. То есть тут я уже руководствовалась алгоритмами YouTube, но продвижения у нее действительно были хорошие, самые замечательные. Ну, какие были, работа сложная. Также хочу поздравить Елену, нашу 22-ю участницу, за ее продвижение в домике нашей с ней мечты. И посмотрите, какая прекрасная у нее помощница. Вся в вышивке. Как же без нее? Вашему вниманию этот белый фрегат и его продвижение. Очень красивый. Тоже скоро уже финишная прямая. В этом месяце еще нет. Но я надеюсь, что в следующем месяце точно да. Были небольшие моменты вот с этим оттенком ниток, это 792, но такое бывает, партия от партии нитки разнятся. А к нашему вниманию еще есть Марина, 38 участник, и
она вышивает вот такой прекрасный сюжет. Тоже хорошее у нее продвижение. Посмотрите, как все красиво получается. Я просто обалдею. А вот еще одна парочка. Привет! Осень продолжается, а я продолжаю вышивать своих зимних волков. И как было рассказано в прошлом видео, я вышила вот этот участок, первый глаз, да? И, к сожалению, вышив это, у меня интерес к этой работе немножко поугас. Я отдыхала от нее аж 2 недели. Да-да, прошлое видео, отчет я снимала, уже не вышивая его. То есть просто заранее вышила и вышла. И отставила этот процесс, проект. То есть утеплитель для труб. Я думаю, ну-ка я возьму себе. Это вот у меня куснапы в своих трусальных чехлах. И я вот сюда прям на куснапах вышиваю на руках. На коленку опираю. Вот он мой красавец, без нижней челюсти и носа. Так, ну, вышивалась я... В этой работе от Golden Kite были совсем небольшие продвижения, но я очень рада, что при суете домашней все-таки получилось вышить хотя бы это. И вот самая прекрасная работа, наверное, та, которая должна скоро быть в каждом доме, это Рождество и подарки к ним. Продвижение тоже есть и тоже скоро финишная прямая. Замечательные фото. Не так, как обычно, но финишная прямая скоро. Марина вышивает вот таких вот медведей. Тоже есть продвижение. Они вроде как они большие, но с другой стороны медведь все-таки начинает заканчиваться. И небольшие продвижения у Инессы. Она вышивает бисером свою работу. Давайте поддержим. Алла. Она участвует у нас в проекте с несколькими работами. Это Химера, насколько я помню. Ну а сейчас будет Таня со своим прекрасным пейзажем. Всем привет! Сегодня 1 сентября и по-прежнему мой весенний пейзаж с рекой от Эсте. С этим проектом я участвую в СП Юлии Неминской, а больше, чем просто большая. И размер моего проекта чуточку больше, чем просто большой. И составляет 650 на 429 клеточек. Вышить мне осталось где-то в районе 50 тысяч стежков. И я хочу прийти к финишу к концу сентября. Ну, во всяком случае, я попытаюсь это сделать. Ну, уж как там получится, не знаю. Я нашла не то видео, которое финишное, потому что я точно смотрела уже финиш этой работы. И видео у Татьяны есть на канале, как она стирала свою работу. Поверьте, не все так стирают свои работы, и так как делала именно она, я предлагаю всем пройти, посмотреть и взять этот опыт на вооружение, потому что так стирать работы, я думаю, что нужно, когда ты вышиваешь их несколько лет. И вот такой прекрасный летний уже букет тоже появляется перед нами. Замечательная работа, жемчуг хорошо получается, а чашка какая. Так, ну а тут у нас женихи. Женихи растут. Хорошее продвижение. И наша маленькая девочка, которая читает. Потихонечку она растет. Не все понятно где, потому что вот стиль вышивки такой. И первая работа у нас Ирис. В этом отчете, но она будет еще не одна, еще вышивает у нас Маша, тут тоже хорошее продвижение. И работа от Татьяны,
такие вот небольшие продвижения. Еще одна работа, натюрморт, тоже ниток много, цветов много, но груша растет, груша выросла, класс вообще, красивая передача цветом. Татьяна вышивает у нас, в общем, пусть будет водопадом, потому что не вспомню, как называется этот замечательный замок, но прирост тоже приличный. И красиво получается, очень красиво. И еще один натюрморт. Дальше я вам предлагаю посмотреть отчет уже просто под музыкальное сопровождение. Осень вступила в свои законные права, небо заволоклись свинцовые тучи, а у нас с вами сегодня отчет в СП «Больше, чем просто большая». Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Вот и прошел месяц, и была такая дома тишина, но как только я включила камеру, кто-то решил поточить свой клюв. За этот месяц бригантина подросла на 2 вот таких кусочка. Я могу ошибаться, так как здесь ничего не понятно. Мне интересно, вам темно или не очень. Хотела вам показать, отметить, сколько я же за этот месяц вышила. 1596. Вот здесь видно. Все одно и то же. Организация у меня такая же, как у моих многоцветок остальных. Итак, теперь фото продвижения. Кому интересно, проходите, пожалуйста, на канал наших блогеров. Все ссылочки на каналы я оставлю в инфобоксе. Это сразу под видео, надо нажать кнопочку «Еще». Я уже больше детально не буду останавливаться на работах. Хочу более детально остановиться на пропусках отчета. Не всем я успела все-таки в этом месяце тоже написать напоминание этого отчета, к сожалению моему, потому что тем некоторым людям, которым я не напомнила, они отчеты не выложили. И мне было очень жаль.
Есть у нас такая участница, как Елена Тим. Она в этом месяце ушла в отпуск. Но там спокойно, в отпуске тебе не будет. В личное сообщение жди сюрприз. Это мой тебе персональный пинок. Жду отчет, как ты будешь выполнять мой пинок. Девочки, всем здравствуйте. Сегодня ролик посвящен моему отчету в СП «Больше, чем просто большая». Так получилось, что я не отчитывалась уже очень-очень давно. Ну, как очень давно? Прошлый месяц я пропустила, потому что не успела дошить полностью вот лист, фрагмент, и как-то, в общем, я все пыталась успеть его дошить, и в результате даже пропустила отчет. Но сегодня уже в этом месяце, как бы я поняла, что нужно поднажать, нужно все свои листики закончить, чтобы уже полноценно отчитаться. Копеечки. Да. Я собой, честно говоря, девочки, в этом месяце очень-очень довольна, потому что такого результата, ну, то есть я планировала, да, по листику вышивать в неделю примерно, то есть за месяц это должно было получаться 4 листа, как у меня, в общем, в этот раз и получилось. Чуть больше, ну, я говорила, что я вот здесь еще дошивала этот листик. Турбуйся про шкіру у своєму ритмі. Чуть больше, чем 4 листа даже получилось. Не идет. Но вы посмотрите, какой эффект. Вот такого натурального просто камня, это же просто трудно найти. Вот эти цветы здесь же тоже вышиваются одними одиночками. Это, конечно, отчет уже не за этот месяц. Потому что на самом деле это просто очень интересно, особенно когда видишь вот этот потом результат. Поэтому я очень довольна результатом, и я очень довольна своим личным результатом в этом месяце, я очень довольна результатом. Сейчас мы смотрим с вами СТ, послушали нашего блогера, как сложно идут работы в СТ. Думаю, они идут по уровню Golden Kite, но все же это стоит работы того, чтобы они выживались. Они не только большие, но и после готового же результата они очень красивые. И, девочки, мой личный опыт, все одиночки нужно вышивать, чтобы получить такой прекрасный результат. Сейчас вы видите мою работу. Я, как всегда, не слишком скоростная вышивальщица. Ну, тут что-то одно, или быстро вышивать, или снимать, или не снимать, а просто вышивать. Возможно, я была бы быстрее. Но в моем случае куча одиночек. Отчет я еще не делала, кстати. Так, продвижение из Киева. Прекрасной калитки. Хороший прирост в калитке получился. Очень красиво получается она. Так, колдовской час. Продвижение есть, но знаю, что Наташа была в отпуске, с чем я тебя поздравляю. Всех девчонок, у кого отпуск осенью. Это интересно. Пишите в комментариях, как можно проводить отпуск осенью. Ну, грибы это понятно, но не все туда любят ходить за ними. Но думаю, что осенью отпуск это как-то по-другому. А я хочу вам напомнить, что отпуск в СП «Больше, чем просто большая» будет у нас проходить в январе месяце. В январе не нужно будет отчитываться. То есть только по вашему желанию. И общий отчет за январь месяц выходить не будет. Только в феврале, с 1 февраля мы начнем составлять наши отчеты. Настя, кстати, которая вышивает нашу совушку, она отчет видела у себя на канале. Я у нее не увидела, к сожалению, но ничего, возможно, она просто занята. И возвращаясь к отчетным мероприятиям, хочу напомнить, что в декабре вы можете выложить отчет раньше, чем 27 декабря, как вам будет удобно.
Ничего страшного, но за декабрь отчет точно будет выпускаться, поэтому давайте немного стартанем быстрее. Заблаговременно сделаем нашу норму минимум 1000 крестиков, чтобы спокойно заниматься новогодними праздниками.
дорогие подписчики и гости моего канала. Начинаю снимать новый отчетик СП «Больше, чем просто большая». И сейчас я перепиливаю работу, как раз вот развернула. Показать, как немного у меня еще вышито. По сравнению во всех масштабах картины, я подвигаюсь самым вкусом. Я подвигаюсь к руке с перстнями. Тут будет уже интересно добавиться новые цвета. Я этому очень-очень рада. Ну что, в общем и целом, у меня получилось 277 крестиков за сегодня. И на конве это будет вот так вот. Это все будет тень, вот этот светлый участочек. Вот тут будут светлые участки. Вот вы видите, крестики уже тут положены. Тем просто большая чутик за октябрь месяц. Задача на сегодня сделать чуть больше 200 крестиков, чтобы получилась норма, и уже показать вам, развернуть работу, что у меня тут в итоге до планшета, поскольку давно не разворачиваю сама полностью. Также хочу обратить ваше внимание на то, что после Нового года альбом «Отпуск», там, где отдыхают работы, где нету пометок, в какой месяц вступает работа заново в СП, все эти работы будут удалены. И будет пересмотрен также список, будут вычеркнуты в Excel имена тех девушек, которые выделены красным цветом, которые ушли, или которые, ну, в общем, которые больше не участвуют в нашем СП. Все, этот список я немного почищу, чтобы мне было удобнее работать с ним, потому что сейчас у нас 169, это порядковый номер крайнего участника на сегодняшний момент, а сегодня 5 ноября, поэтому девочки, кто в отпуске или их подружки, обязательно сообщите девчонкам, что альбом будет чиститься.
Привет! Начинается у нас новый отчетный период. Этот период октябрьский по совместному проекту «Больше, чем просто большая». И я начинаю съемки очередного, опять же, отчета по этому совместному проекту. В этом проекте я вышиваю дизайн «Грибная гостиница» от американской фирмы «Хаед». Вышиваю я сейчас вот этот вот ряд, приближаюсь к концу этого ряда. Хороший, полезный воздух вокруг. И для меня это была очень интересная информация. И знаете, как-то по-другому заиграла для меня картина немного такими другими красками. От нее повеяло. Перепугалась на самом деле. Думала, я, может быть, где-то напортачила. Я где-то взяла не тот цвет нитки. Это прям был бы страх страшный, потому что исправить это уже я бы вряд ли смогла. Она из старых еще схем. И вот такие вот не особо приятные моменты здесь встречаются. То есть, если дизайнеры современные, скажем,
подходит к завершению наш с вами отчет. Сегодня он составил примерно 54 минуты. Поверьте, это очень много. Я надеюсь, моя программа справится с монтажом. Спасибо еще раз всем участникам, которые участвуют. Новые девочки, кто смотрит наши отчеты и хочет к нам присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Наша СП продлевается на 2020 год до 31 декабря. Я всех буду рада видеть. Всем буду рада помочь. Если это ваша первая многоцветка, не переживайте. Мы все общей большой компании будем рады вам помочь, посоветовать, вдохновить и все остальные, так сказать, услуги при вышивке многоцветок. Я буду с вами прощаться. И не забудьте в конце розыгрыш приза. Какой же он будет и кто его выиграет. Давайте посмотрим. Всем привет! Вы на канале Богини Рукоделия. И с вами Милочка. И сегодня мой отчет по СП «Больше, чем просто большая» за октябрь. И сегодняшний отчет я решила начать вот с такой инсталляции, скажем. Осень, очень красивая пора, октябрь, очень люблю октябрь. И хочу вам напомнить, что я вышиваю в СП «Больше, чем просто большая», которую ведет Юля Неминская. Юлечка, тебе привет! Спасибо тебе за то, что ты меня приняла в СП. Так, это вот эта схема. Называется она «Улов». Разработка Галины Нестеренко по фото. Это мой муж со своим уловом. Мы вместе были на рыбалке, поймали эту рыбу. Описать словами вам это чувство, когда ты видишь вот эту вот изнанку. Так. Ну, а вот это то, что было. Но сейчас я переверну на лицо, покажу, что же я все-таки вышила. Хватит нам изнанки. Но вот так вот. Если вы со мной согласны, что многоцветку можно вышить с идеальной изнанкой, прошу писать в комментариях. Мне вообще интересно это. Мне интересна тема изнанки. На моем канале меня зовут Светлана, и сегодня я хочу показать вам свой октябрьский отчет в СП «Больше, чем просто большая». По картине «В объятиях ангела». Итак, сегодня я вам покажу свои продвижения за месяц. Итак, отшиваю я уже третий лист. Вот так. Первый лист это был у меня такой, он маленький, там буквально там, не знаю, где-то, ну, чуть больше 1000 крестиков. Даже там, наверное, меньше 100 крестиков. Вот, но отмечаю я все равно одним цветом, как вы можете видеть. Вот, это уже походу вот эти волосы мужчины, ну не знаю, вот, будем смотреть дальше, но интересно. Вот, отшивается мне хорошо, нитками СХС я вышибаю, вот, и крестики мне нравятся, вот, чтобы оно не надоедало мне, вот, ну в основном.
Thank you.